Анонс и точная дата выхода нового 12-серийного сериала «Игра с огнем». Премьера нового сериала стартует с 29 января на интернет-портале «Дом кино». Сюжет сериала. 1978 год. Советский непутевый интеллигент, у которого долгое время продолжается череда неудач, имеет мизерный заработок. В магазинах наблюдается нехватка продуктов. Над прилавками нередко висят красные растяжки с лозунгами АКПСС. Неожиданно в тяжелых жизненных условиях мужчина открывает свой бизнес. Такое решение делает его капиталистом, что с точки зрения официальной идеологии СССР предосудительно. Поэтому скромный и тихий человек рискует разрушить свою жизнь, вступив в конфликт с партийным руководством. Законопослушный обиватель вдруг становится цеховиком. Так в народе называли подпольных частных предпринимателей в советском государстве. Развивать эту деятельность смельчаку приходится в условиях давления от госорганов, тотальной коррупции и хронического товарного дефицита. К такому радикальному шагу интеллигента подтолкнула не жажда срубить денег, а благодарная и мотивирующая цель, которая изначально кажется несущественной. Сын начинающего цеховика серьезно болен. И вылечить его может исключительно заграничный доктор за неподъемную для среднестатистического советского гражданина сумму. Сможет ли отец осуществить невозможное, быстро накопить необходимые для лечения ребенка деньги? Это мы узнаем уже в новом сериале. Напомним, премьера нового сериала состоится 29 января на видеосервисе «Дом кино». Если вам нравятся российские сериалы, ищите выхода новых серий. Тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки.